ровно в 4 утра 1941 года началась Великая Отечественная война. И сегодня здесь люди, которые присутствовали на акции, они своим присутствием чтят тот подвиг, который был совершен советским народом. Молодые люди именно символично приходят именно в это время, в время начала Великой Отечественной войны, и тем самым показывают, что они не отказываются от тех, от той правды, которая из поколения в поколение передается. Традиция была заложена еще до проведения референдума. Александр Александрович Гизай, руководитель организации «Каскад», является основателем данной акции. Его, к сожалению, нет из-за трагических событий, которые произошли в Луганске в 2014 году, а именно 2 июня, когда произошел авиаудар по центру Луганска. Он является основоположником данной акции.